Здравствуйте, это программа «Репортер», я Алексей Коноплев, и сегодня покажу вам место в Самаре, где всегда холодно. Правда, попасть туда вы сможете не раньше зимы. Заинтригованы? Тогда смотрим. В Самаре наконец-то открыли еще одну станцию метро. В Алабинскую вошли первые пассажиры. Посетителям разрешили ходить по рельсам и самостоятельно блуждать по лабиринтам коридоров. Правда, акция продлилась всего несколько часов. Кого пустили на предпоказ закрытой 10-й станции, репортер заблудился в подземелье и узнал, почему мимо Алабинской не будут проезжать машинисты. Несколько лет ожиданий, вот премьера. На этот закрытый показ пускают строго по паспортным данным и удостоверениям. Пока только журналистов, но скоро и всех горожан. До Алабинской дожили, доработали и скоро, можно будет сказать, доехали. Репортеры проводят эксклюзивную экскурсию по подземелью. Это пока здесь еще неказисто и мрачно. Скоро, совсем скоро на Алабинской будет красиво, светло и приветливо, уверяют метростроевцы. У них уже стадия отделки в самом разгаре. Будет вот такие диагональные пересечение делаться, вот, пол, он повторит пол. Пол будет из камня сделан у нас по диагонали, вот так, темный цвет, сочетание темного цвета с серым, с более светлым цветом. Камень есть такой. А так станция выглядела ровно год назад. В общих чертах были готовы технические помещения, общие переходы и перрон. Тогда шли работы по консервации эскалатора. На карту было поставлено дорогое оборудование, которое можно было спасти только значительными средствами. Мы идем сейчас, станция Алабинская, в подземном переходе, да, по которым пойдут люди. И вот этот подземный переход, практически, увидите, он готов. Что вот здесь необходимо? Положить просто гранит на полы. Даже можно стены оставить такие, если надо покрасить или повесить рекламу. Все. Сейчас эскалатор уже начали облицовывать. Дальше пойдет серия специальных тестирований, ведь на станциях метро в Самаре появится особый спуск. Будет вот помещение лифтовое для инвалидов, с колясочников. Лифт будет вот в этом помещении, будет лифт поднимать этого пассажира на платформу. Если он по лестничному сходу опустится сюда. Работников здесь сейчас не меньше, чем в офисном центре. В многоуровневом подземном сооружении трудятся десятки человек. Практически сделана камера съездов. Станцию сдадут в так называемом усеченном виде. Для движения поездов будет открыт только один путь, по которому поезд будет приезжать на Алабинскую, а затем на Российскую. Все идет к тому, чтобы слова не расходились с планами. Здесь очень стараются успеть к назначенному сроку. Размечаю проводку. Место, где будет проходить проводка для светильников. Когда мне предложили, я очень захотел побывать на строящей станции метро. Поезда до Алабинской будут настолько умны, что смогут разъезжать сами собой. Вагонами будет рулить автоматика. Правда, для спокойствия пассажиров пока в кабине будет находиться машинист. Метростроевцы уже называют даты, когда на Алабинскую прибудет первый поезд. Если слова не разойдутся с планами, от Юнгородка можно будет добраться до центра всего за 15 минут. О таком самарцы мечтают давно, особенно сейчас, в летний сезон ремонта дорог. Работники Алабинской обещают, все будет скоро на всех станциях метро. Алабинская, декабрь 2014-го. Ну что ж, подождем еще, а я прощаюсь с вами до завтра и напоминаю, что мы стремительными темпами движемся в сторону больших выходных. Пока!